кстати, психологи говорят, что человеку, чтобы жить, нужно 4 объятия в день. Чтобы почувствовать гармонию жизни, 8 объятий. А чтобы расти над собой, целых 12. Представляете, а если этот человек еще и танцует, то шансы прожить здоровую жизнь у него увеличиваются в несколько раз, потому что ежедневно, когда танцует, он получает гораздо больше объятий. Вы помните, в одной из первых программ «Набережная» когда-то в мае мы вас приглашали уже на эту площадку рядом с мостиком. Тогда у нас был такой замечательный герой, господин Стефановский из Севастополя, который мечтал здесь поставить на собственные средства и на собранные средства памятник Севастопольскому вальсу. Ему, увы, это до сих пор не удалось, в частности, потому что макет памятника и его уже, так скажем, первичная пилотная копия находится в Харькове, но мысль осталась. А нас она натолкнула на другую мысль, что использование именно этого, этой площади – самое лучшее место для нашего мастер-класса. Слышите? Уже звучит вальс, как мне сказали, испанский вальс. И мы постараемся вовлечь как можно большее число людей в наш танцевальный мастер-класс. Мы повязываем нашу ритуальную косынку ведущему мастер-класса на этой набережной. Это Татьяна Графодатская, человек, который в Севастополе возродил традицию балов. Это набережная Салгира. Видите? И нарисовали ее люди, которые шли мимо. Мы хотим, нам кажется, что они поступили очень правильно и сделали это почти мастерски. А, во всяком случае, она угадывается. Нам бы точно так же хотелось, чтобы и ваш мастер-класс был успешным. А почему именно испанский вальс? Потому что мы его любим. Он красивый. И простой, и танцуется вместе. И тем самым объединяет людей. Соединяет. Потому что, как говорят люди, которые в нашем благородном собрании осваивают эту культуру, объясняют, что танец – то великолепное средство, когда буквально люди становятся близки, потому что это соединение рук, а значит и душ. Ну, то есть вы не первый раз видитесь, так понимаете? Да, мы встречаемся часто, потому что приятно встречаться, приятно вместе отдыхать, танцевать вместе. То есть возрождение этой культуры, которая практически уже ушла, очень нам интересно. Поэтому мы ставили свои задачи в Севастополе не просто, чтобы возродились танцы, а основать новую культуру. Культуру отношений, культуру взаимодействия, поддержки и, в общем, понять, что это такое, что они чувствовали. А чего в Диму вцепились? Ну, потому что вот это и есть. Вот это и есть эта культура. Кстати, элемент танца обязательно, да. Ну, я, например, когда танцую, я получаю удовольствие. От общения, пусть мы не разговариваем, мы друг к другу прикасаемся. И те люди, которые как бы в благородном собрании, они все приятные, красивые даже. Воспитанные люди, благородные, скажем так. Если у нас бывает соответствующее настроение, то мы можем людей даже в троллейбусе в это вовлечь. То есть это зависит только от нас. Однако сегодня перед ведущими мастер-класса на Приморском бульваре задача более простая – пригласить танцевать гуляющих и отдыхающих на набережной. Гораздо больше расположенных к вальсу, чем пассажиры в транспорте. Хотя не исключены варианты. Вот, похоже, молодой человек на транспорте всегда. Молодой человек, а можно попросить вас о помощи? Да, что надо? Да, ну, вам для этого придется машинку свою остановить. Вы очень любезны. Да. Мы решили разучить испанский вальс. Это такой танец, который танцевали на балах, в том числе и в России. Составьте компанию какой-нибудь очаровательной девушке. Сейчас? Прямо сейчас. Я не умею танцевать испанский. Нас научит. У нас мастер-класс. Давайте, да? Да, девушка. Класс. Как вас зовут? Меня Руслан. Пошли, выведите сами девушку. То есть вы пешком не ходите, да, Руслан? Не хожу вообще, абсолютно. Несмотря на наличие собственного транспорта и личное обаяние Руслана, девушки совсем не спешили составить с ним вальсовую пару. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Ага. Девушки стесняются станцевать испанский вальс. Ага, вот. Девчонки, ясно. Давайте, я вас приглашаю, хотите, на колено встану, знаете, ну как в рыцарских традициях. Посмотрите, смотрите, у них ой, уже получается. Ой, как шикарно, не, ну как же меня там не хватает. Вальс танцуем? Да, все, наверное, давай, хорошо. Давай. Вы так быстро согласились? Очень заманчивое предложение. Хорошо. А даже не спросили, как зовут вашего партнера? Как вас зовут? Меня Руслан. Я Лада. Все подумают, что вы вообще подставная утка. Вот что? Что Руслан не подставная, это точно, потому что я за ним бежала, за его эта тележка. Как она называется? Сигвей. Так, Руслан и Лада стали первой ученической вальсовой парой.
Все остальные, гуляющие по набережной, последовать их примеру не спешили. Я вас прошу попробовать танцевать. Нет, Зайка. Почему? Да ну уже. Ну, может быть, бабушка с дедушкой отпустят свою внучку? Здравствуйте. А можно мы вашу внучку к себе заберем? Ну, пожалуйста, можно? Конечно. Вы благословите ее на это. Я хочу, чтобы она попыталась танцевать испанский вальс. Это мастер-класс. Мы сейчас вам найдем партнера. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Ну, сходи. Ну, благословите ее. Как вас зовут? Лина. А вас? Анатолий Григорьевич. Сколько вам лет, Светлана? 25. Ну, 25-то можно уже танцевать испанский вальс, правильно? Это же взрослый танец. Постарайся, Светик, вальс танцуешь и сможешь, наверное, если тебя подучат. Поиск партнера для такой живой и очаровательной девушки, как Светлана, оказался проблемой. Ну, вот сейчас я не хочу танцевать. Ну, в данный момент. Ладно, спасибо, спасибо. У меня есть такое ощущение, что вы мне поможете. Да. Ну, я священник, поэтому, ну, как бы, вальс мне прилюдно танцевать, да не очень хочется. Ясно. Ну, а вы можете дома, когда никто не видит его танцевать? Танцевать дома? Угу. Да и как-то дома уже нет. Да? Да, у меня больше уже другое направление. Духовное, нравственное. Угу. Вот, мое... Ну, я так понимаю, что оно вас всегда интересовало. Да, всегда интересовало. А вот вальс был бы новым знанием, новым навыком. Да я как-то его в молодости танцевался. Да? Да. Много танцевали? Я люблю. Сколько километров отпахали? Не знаю, много. Сколько часов оттанцевали? Еще курсантом. Да? Ну, а вы военный в прошлом? Бывший, да. Как, видите, как много я узнала о человеке, да, вот теперь... просто пригласив его на вальс. Да, конечно, спасибо большое. Антон Георгиевич, вперед. Куда? Танцевать вальс. Давайте. Со Светланой. Ага, вот ваша проблема решилась. После Светланы поиск партнера для Татьяны Николаевны, большой любительницы творчески погулять на Приморском бульваре, стал моей новой задачей. Это больше 20 лет собираются пенсионеры. У нас руководитель Ольга Алексеевна играет на аккордеоне, очень хорошо аккомпанирует. А мы поем и танцуем. Угу. И танцую. Вот приходите когда-нибудь, субботу, воскресенье, после 5 часов. Татьяна до 80 Николаевна. Человек. Вот в это воскресенье 80 вот флешмоб, человека да? было. Да. Татьяна Николаевна, спасибо вам огромное за предложение. Я вот освою свою задачу, ладно? Да. Потом попытаюсь заняться вот вашей. Хорошо? Субботу, воскресенье, после 5. Приходите, посмотрите. Вы мне не запудриваете мозги. Вы сегодня танцуете испанский вальс, и я вам ищу партнера. Никто не сбивается с курса. У нас сегодня мастер-класс на набережной. Мы обучаем испанскому вальсу. Вот это представители благородного собрания. Вот те смелые пары, которые уже на это отважились. Пожалуйста, составьте им компанию. Как вас зовут? Юлиана. Юля, какое имя? А вас? Редван. Редван и Юлиана. Пожалуйста, присоединитесь к ним. Я вам гарантирую, что через 15... Я оставлю мужчине. Ну, пожалуйста, Редван. Хорошо. Бау! Правда, попробуйте. Ну, не знаю, тебя зависит. Ну, давайте попробуем. Давайте. Буквально пару па. Почему вроде все по парам, а дедушка с внучкой отдельно? Забрали, меняемся. Сам танец предусматривает, что дамы переходят по кругу, и мы каждый раз в вальсе вальсируем с новым партнером. Это справедливо, это справедливо. Поющая в терновнике Татьяна Николаевна в какой-то степени определила мои текущие полчаса. Я ищу ей партнера. Мы гуляем с детками, поэтому... Ну, отпустите вашего папу на 2 секунды. Нет, папа... Хочет, папа просто никогда в жизни, наверное, последний раз танцевал в 3-м классе. И можно как бы вот сейчас начать новую жизнь, в этот замечательный день. У меня там наступлю партнерши на ногу, буду смущаться, и такой весенний день испортится. Ну, она же вас не убьет за это, если вы... Но будет в душе... Наверное, мне не очень симпатично. А вот у нас мастер-класс по испанскому вальсу. Ну-ну. Мы вам даже партнершу уже нашли. Спасибо. Ну вы попробуйте. Спасибо. Не-не-не-не. Им загадочная Татьяна Николаевна, но никто не хочет танцевать с ней. Наши шансы увеличиваются, мы видим 2 мужчин. Здравствуйте, молодые люди. К нему. Мы видим уже 1 мужчину. Можно вас на секунду? Ну-ну-ну, что? Эд, Коля, иди сюда. Да подождите вы, Коля. Может быть, именно вы мне и нужны. А что? Как вас зовут? Николай Петрович. Николай Петрович, помогите мне. А что такое? У нас мастер-класс по испанскому вальсу, и мы даже подобрали вам уже партнершу. Станцуйте, попытайтесь танцевать вальс. Да миленький, честное слово, я... Ну, почему? Ну... Это же новый навык, это все какой день. Но когда вы еще попробуете научиться этому, когда? Вот скажите, когда будет такой шанс в вашей жизни? Бог его знает, я смотрю, вот они танцуют. Ну так и попробуйте, точно так. Я вам гарантирую, через 15 минут вы будете так танцевать. Не-не-не.
а наши танцоры действительно продвигались в изучении вальсовых фигур и общего рисунка танца очень быстро. Видимо, день был чудесный и педагог правильный. А как дедушка себя ведет? Замечательно вообще. У него все получается? Молодость вспомнил, да. А у кого лучше, у вас или у дедушки? У дедушки. Слушай, что-то мне кажется, он с палкой шел. А что-то он с палкой шел, а тут пошел плясать. А танцует, да, во всю. Так, может быть, это и есть лучший ортопед под названием «Испанский вальс»? Наверное, да, все-таки. Но вы его не бросаете, дедушку, да? Да, вернусь. А Татьяна Николаевна по-прежнему сидела в ожидании партнера. Я возлагала надежды на Евгения, но возраст партнерши играл для него важную роль. Точнее, он сам не знал, чего хотел. Я молодой человек, но зачем... Господи, вы совершенно нетолерантный, черт возьми, хорошо? Женщина, ну зачем мне вот так? Сейчас, подождите, девушку, значит. Нет. Девушки, можно вас... Что, и девушка вам не подходит? Я ничего не понимаю. А кто вам нужен? Кто? Моя любимая женщина. Это понятно, но ее нет здесь. Давайте попробуем организовать другую. Не любимую, а просто партнершу для вальса, пожалуйста. Давайте, давайте. Здравствуйте. Вас зовут? Я очень спешу. Понятно. Хорошо. Вот сначала мне... Бабушек, да? Давайте. Давайте. Что? Евгений, прошу любить и жаловать. Нет. Татьяна Николаевна, знаете что? Так нечестно. Нет. Не, ну что это такое? Да так нет, нечестно просто. Пошутила. Да куда мне уже идти там? Татьяна Николаевна, вы что, серьезно? Я потратила на вас полчаса своей жизни, а вы отказываетесь. Господи, Евгений, куда же все? Я одета не по форме? А если мой дедушка увидит? Танцоров и зрителей становилось все больше. Знаете, в жизни всегда так. Некоторые ждут немедленных результатов и потому не ввязываются в дело, которому нужно обучиться. Другие же играют, играют, играют и в конце концов выигрывают, потому что приобретают новые навыки и знания о мире. Ну, молодцы, хорошо, мне понравилось, как они танцуют. А вы пойдете танцевать? Ну, вы знаете, у меня травма колена, я сейчас просто еле хожу, болит колено. Я, Олеся Михайловна, клянусь, что я научусь испанскому вальсу, когда пройдет травма колена. Выздоравливайте, спасибо. Галина. Галина, а вы? Я Александр. Вы вместе? Нет, мы не вместе. Мы очень хорошо. Как вы полагаете, они давно учатся? Да только сейчас, я так думаю. Не знаю, на мой взгляд, здесь как бы похожи там некоторые на профессионалов. А ну многие, покажите мне профессионалов. Ну вот дяденька в очках, который такой. Ну да, и дама в платье. Да, и дама в платье. И вот девушка в зеленой куртке. И вот паренек тоже, вот этот, мне тоже кажется. Слушайте, судя по вашему выводу, так они вроде как все здесь профессионалы. Я просто даже не знаю, стоит ли... Идите, идите сюда, идите. Так, маленькие шажки. Это мы делаем третий раз. Обходим. И это мы делаем, с вами повторяем, четвертый раз. И на четвертый мы уже становимся в пару. А вот здесь мы делаем салют, и точкой салюта у нас будет вот эта камера с девушкой. Мы идем приставными шагами. Делаем четыре приставных шага маленьких. Раз, два, три. И самый салют, который уже позволяет нам на небо взглянуть. И назад возвращаемся. Раз, два, три. Снова делаем правый шаг вперед, левый шаг назад. Мне очень нравится то, что происходит на данный момент. Во-первых, погода замечательная, настроение хорошее. Это мы заказали такую погоду для вальса. Погода для вальса. И вообще, я и мои подруги, и мои дети, и мои внуки очень любят принимать участие во всех мероприятиях, которые проходят в городе, в общественных, во всех соревнованиях по возможности. Здесь вы просто опоздали. Они уже оттачивают мастерство, они уже не разучивают. Просто немножко опоздали. Ага. Вот. Но мы, не, как видите, мы не прошли мимо, мы остановились. Угу. И даже вот моя подруга с удовольствием принимает участие. Я с удовольствием смотрю. Где ваша подруга? Я даже не знала, что вот у вас... Вязаная, вот у нее накидочка. Да, да. Она сама связала эту накидочку? Сама связала, мастерица, да. Молодцы, вы посмотрите, каким. Ну, женщины больше схватывают. Даже мужчины, которые вот не умели ничего, посмотрите, какие движения у них. Все молодцы. Ну вот, надеюсь, вашему глазу уже приятно. Эстетика, дополнительная эмоциональная окраска – вот что мгновенно принесли наши танцоры на эту набережную, рядом со знаменитым мостиком с драконами. Пары. Вы посмотрите только на эти счастливые лица. Говорят, во время танцев с людьми происходят определенные химические реакции. Но разве это не так? Это реакция счастья.
Как-то Мураками сказал, что обнимаясь, мы делимся друг с другом своими страхами. Сложно сказать, какое состояние души было у всех наших учеников, у всех наших студентов до этого мастер-класса, но такое чувство, что сейчас у них замечательное настроение. Спасибо тебе, мастер-класс на набережной. Конечно, все так легко и просто проходит, потому что в этой группе есть заводилы или драйверы. Татьяна и Станислав, Дмитрий и Любовь, которые регулярно встречаются и танцуют на балах Севастопольского благородного собрания. Они не профессиональные танцоры, просто севастопольские предприниматели. Здесь, на Приморском бульваре, все было как всегда. Многие люди пробегали мимо, стремились избежать неудач и негативного опыта. Но те, кто все же попался в компанию к нашим драйверам, о настороженности забыли совсем. После наших мастер-классов никто и никогда не уходит обиженным. Здесь нет победителей и проигравших. Будьте внимательны, очень-очень. Кстати, самую трудную в создании пару Евгений и Татьяну Николаевну мы все же упустили. Они сбежали, когда мы, занятые съемками рождающегося на наших глазах вальса, ослабили за ними контроль. Конечно, мы понимаем, что далеко не всех могут заинтересовать наши уроки на набережной. Многие отказываются принять участие из-за чувства противоречия или неверия в собственные силы, или просто из-за психологических особенностей. Таких процентов 50. Мою статистику подтвердили и мои юные помощники, студенты. Они будущие журналисты и учатся в филиале МГУ имени Ломоносова в Севастополе. Ну, где-то 3 из 10 с удовольствием согласны присоединиться. Да, я с тобой согласна. Потом мы уже к концу начинали отсев, правильно? Да, мы уже отказывали людям. Да, потому что они уже видят, что уже достаточно много людей, что это становится популярным. Они уже вовлечены в процесс, и они уже их не догонят. Потому что нужно желательно начинать одновременно. Потому что очень быстро ведь люди научились, через 15 минут. Да, но почему нет? Если это нравится, если это интересно и весело, то, конечно, люди быстро учатся. Тогда скажи, почему же люди отказывают себе в этом удовольствии? Почему так мало людей умеют танцевать хотя бы тот же вальс? Потому что они не уверены в себе, наверное, и боятся раскрепоститься, боятся освободиться от комплексов и влиться в эту струю творчества и чего-то нового. Ну, к сожалению, было больше тех, кто отказывался, я думаю, потому что они боялись в каком-то смысле. Они не хотели показаться не с той стороны, с какой бы они не хотели для других. Может быть, им стыдно или они стеснялись. То есть получается так, что наше поведение определяют наши страхи? Да, к сожалению, да. Вот. Ну, и были такие, которые соглашались, они были такие радостные. К сожалению, у некоторых не было времени, но они бы с радостью согласились бы попробовать себя в этом. И на самом деле просто хотелось показать, что такое танец, что именно благодаря нему можно подарить друг другу хотя бы частичку того счастья, которого, может быть, недополучаем каждый день. Люди готовы к такому эксперименту в своей жизни? Многие были готовы, но, к сожалению, все-таки у некоторых присутствует стеснительность и низкая самооценка, что я заметил, многие очень самокритично относятся к себе. Ну, как бы то ни было, все затанцевались. А первой забила тревогу жена Анатолия Григорьевича, Лина. Ему уже надо найти замену, у него больное сердце. Мы едем на операцию по сердцу. Господи, серьезно? И мы заставили Анатолия? Да. Но Анатолий Григорьевич и не собирался покидать этот солнечный круг. В общем, не первый раз замечено. Люди на набережной становятся благодарными учениками. Но иногда человек хочет что-то важное высказать. Не обязательно словами. А тут подворачивается наш мастер-класс на набережной. Браво! Чему нас учат такие легкие танцы? Тому, что нужно когда-нибудь свои чувства выплескивать наружу, иначе они затвердевают и умирают. Ну, сказал, без палки нормально танцуешь, а дома с палочкой ходишь. Как вам дедушка в этой новой ипостаси? Да я же говорю, в молодость вернулся, как студент. Вы не жалеете, что мы вас остановили на этой площади? Нет. А скажите, имело все это смысл? Мне кажется, да. Почему, Анатолий? Общение – это самое главное в жизни. И какой замечательный танец. Он позволяет всем говорить со всеми, правильно? Да. Он позволяет вот это тепло передавать от партнера к партнеру. Да, вот совершенно посторонние люди как бы собрались в круг, танцуют. Уже друзьями будем говорить. Даже друзья, да, уже позитив такой. Ну, я думаю, на неделю точно настроение хорошее будет. А всего-то 20 минут прошло. Мы засекли 20 минут вашего танца. Хорошо, все, спасибо. Спасибо большое. И вам тоже спасибо. Большое. The world in the
Что такое новый навык, как не новая надежда? А надежду человек использует как топливо, чтобы жить дальше. Нет, это было очень полезно, запоминающееся и потрясающе, что можно прийти просто на набережную, потанцевать с незнакомыми людьми и познакомиться, и поднять себе настроение. Это волшебно было. Было очень круто, все четко. Ну, неужели ты такими движениями вы будете, Саша, говорить теперь и дальше? Ну, я не знаю. Мне казалось, что вы были так столь мужественны, столь благородны. Ну, что это такое? Два пальца. Это не два пальца, это знак. Какой? Что все было хорошо, окей. Все было отлично. И вы были вот такой, да, в этом танце. Спасибо. Я такой, если что. Самое важное, согласитесь, это не то большое, до чего додумался кто-то, а то маленькое, к чему ты пришел сам. Иногда какой-то новый навык становится важным и просто необходимым для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Я узнал, что я не умею танцевать. А вы? А моя девушка прекрасно танцует. А что вы узнали нового сегодня? Можно вот просто так идти с грустным настроением, и тут появились такие прекрасные люди, предложили потанцевать, и настроение вдруг вмиг улучшилось. Большое вам спасибо. То есть танец – это хорошее лекарство? Конечно, хорошее. Ну, я скажу, это положительные эмоции. Было бы неплохо, если, допустим, каждый там, выходные бы здесь проходило. Можно пригласить девушку. Знаете, я бы назвал это неожиданным романтиком для девушки. У современной молодежи даже это просто не знаю. Но ожидаемым. Понимаете, каждая женщина этого ждет на самом деле. Она ждет, но мы, к сожалению, у нас даже нет возможности сделать для наших... У вас желания нет. Всем спасибо. Это будет новое качество севастопольских мужчин. Вы хорошо очень танцуете. Ага. Вот пример, что на таких шпильках, если дама может уверенно двигаться, это говорит о великолепной координации и способности к танцам. Поэтому вот... Нет, это говорит скорее о позитивном настрое, который вы создали, что ни каблуки, ни усталость после работы не помешают летать, перепрыгивать через своего партнера. Ребят, вы молодцы. Прошу, делайте почаще. Мы за. Вот, надо будет, соберем всех в принудительно добровольном порядке. Вот, давайте сделаем это массовыми флешмобами. Я за, кто за? Наша программа называется «Набережная». И с самыми удивительными нашими участниками мы расплачиваемся фильтрами для воды. Пожалуйста, это вам. Спасибо большое. Люба, вы удивительная, похожи на русскую императрицу Александру Федоровну, но... Что касается Димы, то в нем никто не признавал любителя. Он был самым элегантным мужчиной на этой набережной. Поэтому можно вам тоже нашу виртуальную валюту, флягу для воды? Ой, спасибо большое. Это лишний раз подтверждает, что в севастопольцах сидит, изначально в них сидит в генах умение танцевать вальс, потому что севастопольский вальс является визитной карточкой этого города. Вот. И они все это еще раз подтвердили, что они в любую минуту при самом небольшом мастер-классе готовы не только севастопольский, но и другой. У нас есть, мы сегодня показали испанский вальс, да, у нас есть еще шотландский и масса других постановочных вальсов. Я думаю, что буквально какие-то там минуты, 10-15 минут, как сегодня мастер-класс, и они все станцуют. Ну, какие-то новые навыки вы получили? Да, конечно. Вальс я не танцевал, я танцевал более современные стили. Угу. Поэтому... Это было заметно. Но все равно у вас получилось. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот этот последний хоровод, это же, неужели это танцевали на балах? Да, это официальный брамль. Этим брамлем начинались некоторые балы вообще. В 19 веке? Да. Неужели это было? Или просто это современная оркестровка? Нет, он отличается только музыкой. Бал – это произведение поведенческого искусства. Это высшая форма общественного собрания. Просто высшая. Она не нафталиновая, она не сундучная, эта культура. Это не то, что нужно перетряхнуть, вытащить и одеть. Она на самом деле очень современная. Мы сделали солнечный круг и вовлекли в него прекрасных людей, которые ушли, по-моему, с представлением о себе новым.
Нотариус знает о самых важных документах в нашей жизни все. Он сопровождает человека от рождения до последнего часа. Нотариус – свидетель всех жизненно важных отношений. Человек уверен, что документ, который подписан нотариусом, сделан в соответствии с последними изменениями в законодательстве. 199 крымских нотариусов, объединенных в Нотариальную палату Республики Крым, желают всем крымчанам спокойного и благополучного 2016 года и всегда готовы позаботиться о точности и законности всех главных документов нашей жизни. Дорогие крымчане, позвольте от имени нотариусов Республики Крым поздравить вас всех с Новым годом, Рождеством Христовым и пожелать вам всем здоровья, мира и добра.